Еще жениха, 63-летняя Шэрон Стоун, вызвала оторопь обескураживающим заявлением. Вы не поверите, но у этой дамы было 5 инсультов. Один инфаркт, и она ходит с кардиостимулятором. Выложила все как на ладони Шэрон Стоун, опубликовав снимок с улыбающейся матерью в Инстаграм. Но посмотрите в ее глаза, они полны счастья и жизни. Ищу жениха для мамули. Ау, парни, вы где? Голливудская звезда не раз говорила в различных интервью, что мама для нее – образец для подражания. Она так по-доброму смотрит на мир, в ней столько энергии. Никакой пластики, инъекций. С детства она мне говорила, будь отзывчива и мудра, откликайся на просьбы о помощи, делай добро, и оно к тебе вернется 10-кратно. Я не сразу поняла, что она права. Мы все совершаем ошибки и учимся на них. Мамина жизнь – лучший урок для меня. Чего не скажешь про ее родного деда. Как Шэрон недавно написала в мемуарах, старик домогался ее, когда будущая актриса была совсем юной, и угрожал убить. Если она кому-нибудь расскажет о его грязных делишках. Дед умер, когда Стоун было 14. Она даже ткнула его пальцем, когда лежал в гробу, чтобы удостовериться, что насильник действительно мертв, и его липкие поцелуи остались в чудовищном прошлом. Это было самое мерзкое, что мне довелось испытать. С неохотой вспоминает 63-летняя актриса. Наверное, поэтому я долго не могла получить удовольствие от секса и испытать настоящий оргазм.